Ставим вам видеообзор на штатную магнитолу Honda CR-V с большим 10-дюймовым экраном. Емкостный сенсорный экран очень удобен в управлении. Красивое меню. Все на русском языке переведено очень хорошо. Версия прошивки Android 4.4.2. Высокое разрешение 1600. 8 гигабайт встроенной памяти. Оперативная память. 1 гигабайт. Оперативки 1 гигабайт. Что магнитолу делает очень шустрый и надежный. DSP процессор. Звук делает данный магнитолу очень приятным. Не хуже штатной, это уже точно. Управление кнопок руля. Вот оно. Позволяет магнитолу настроить все кнопки без каких-то дополнительных переходников и блоков. У магнитолы есть выход на сабвуфер, есть дополнительные ауксы, к ней можно подключить цифровой тюнер. А также у нее встроенный Wi-Fi, то есть, например, вы делаете точку доступа и из Play Market качаете разные приложения. Класс, просто класс. Магнитола очень клевая, очень приятная.